Впервые на сцене автор песни и вокальный ансамбль «Огнеборцы» Академии государственной противопожарной безопасности, службы, точнее, МЧС России. Пожалуйста, ребят, выходите на сцену. Юрий Шишкин, автор песни «Огнеборцы». И группа имеет такое же название «Огнеборцы» на сцене. Пожарного дела окрепла в веках, наша служба тверда. Бороться с огнем отважно и смело, так было, так будет всегда. Промчатся года и промчатся столетия, не будет топорников в бочках ходов, но будут пожарные в форму одетые, похожие на чудо орлов. Героев пожарных стран, и в наших сердцах, и на мраморных плитах всегда будут их имена. Российская служба пожарной охраны, надежная сила защитного огня. В строю огнеборцы, в строю ветераны, на страже мы день ото дня. Всем спасателям МЧС хочу тоже пожелать, в первую очередь, самих рукавов, конечно, крепкого здоровья. Пусть все будет хорошо. Пусть они всегда побеждают этот коварный огонь. Ну что, споем еще раз вместе? Топор и коска вперед летит, сигнал тревоги, и мы в пути. Мы твердо верим, не страшен враг, когда навстречу спецов отряд. Мы твердо верим, что нет преград, огню навстречу спецов отряд. Огнеборцы и Юрий Шишкин. Спасибо, ребята. Вместе в таком тандеме.